Здравствуйте! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Я выкладывала свое видео за долларовое дерево, и соседка увидела и принесла мне вот сегодня вот такой цветок. Опять у нас сегодня реанимация. К сожалению, мы иногда вот цветы доводим вот до такого состояния. Поэтому сегодня мы его будем пробовать спасти. Как видите, он уже посбрасывал все листья, все пожелтели. Эти, которые листочки есть, сыпятся. Значит, загнили корни. Видите, что с корнями творится. Значит, мы должны все это почистить. Значит, по-моему, здесь как получится у нас два куста. Значит, мы сейчас сразу делим на два растения, потому что, чтобы нам легче было его спасать. Так, это мы пока положим. Посмотрим, что здесь. Смотрите, это уже все. Так, это мы обламываем. То же самое удаляем. 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 Так, что здесь у нас? Да. Как оно еще живое у нас? Так, вот. Так, теперь вот эти корешки мы все обрежем. Они травмированные. Вот это тоже мне не нравится. Так, вот у нас один корешок получился. Он, это готовый уже листик идет. Попробуем вот так посадить. Сюда в сторонку пока. И займемся этим отросточком. Значит, это удаляем. Это удаляем. Это так. Что здесь? Корешки наши подгнили. Смотрите, какая корневая система здесь. Ой, как он вообще жил. Значит, он рос в большом-большом горшке. Наверное, ведра на полтора. И вот это он там. Видно, его или заливали, не знаю, что ему делали. Но цветочек, конечно, вот так приболел. Все это мы удаляем. Вот так. Чем больше, тем лучше. Потому что, значит, вот это тоже удаляем. Вот так мы попробуем его восстановить. Так. Вот еще. И вот это удаляем. Вот, постригли его полностью. Вот, пусть он теперь растет красивый. Так, это мы спутаем в сторону. Убираем. Так, вот у нас получилось два отросточка. Чтобы его сильно... Ему достаточно будет вот таких емкостей. Дренаж. Здесь отверстия у меня большие, поэтому я положила салфеточку. Чтобы не высыпалась земля. Дренаж я насыпать не буду. Это у нас как здесь будет, как реанимационный центр. Мы немножко дадим цветку ожить. Потом уже посадим его в красивый горшочный цветок. Горшок, вернее. А сейчас просто мы за ним должны поухаживать. Посмотреть, как он будет себя вести. Сейчас сажать его в большой горшок нет смысла. Вот так. Так. Немножко землю туда. Вот так-то. Вот и все. Ну, она потом прольется, можно будет потом еще досыпать земельки. И вот еще один сюда, наверное, посадим. Горшочек. Сейчас мы еще корни ему удалим. Они все равно поврежденные. Вот так посадим сюда. Маленькая больничка для растения. Так.
Так, растите и не болейте. Восстанавливать. Вот. Когда они примут уже нормальный вид, я обязательно выложу фото, покажу эти цветочки. А сейчас мы их польем немножко, и пусть они растут. Спасибо за внимание. Спасибо, что зашли ко мне в гости. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем смотреть продолжение обязательно. Спасибо.